Ребят, еще есть как вопросы? Как успеваешь все совмещать? У нас здесь внутренняя живая легенда. А? Как ты успеваешь все совмещать? Это на самом деле, это четкое планирование. Поэтому, вот, кстати, дисциплину нужно нарабатывать годами. Я вам рекомендую прочитать книгу Фрэнка Бэджера. Это фактически книга, которую я прочитал 20 лет назад. Это была настольная книга, она мне зачитана была до дыр. «Вчера неудачник, сегодня преуспевающий коммерсант». Это офигеннейшая книга. И там еще вторая книга, продолжение. Я не помню сейчас, как называется она. «Секреты», что ли, какие-то. Вот. Так вот, там была одна фраза, которая фактически стала менять мою жизнь. Одна фраза ключевая. И я стал в этой фразе тренироваться. И это заняло не один год. Вот. Значит, это что касаемо дисциплины. Вообще, дисциплина – это основная вещь, что приводит человека к успеху. Даже пофигу, что у вас сейчас не подключается партнеры, пофигу, если вы дисциплинированы, вы сломаете эту стену. Дисциплина творит чудеса, как говорил Джим Рон. Вот там была ключевая фраза. Там в этой истории была, в этой книге была такая история. Фрэнк Бэджер, когда был начинающий еще, ну, занимался страхованием жизни, у него ничего не получалось, год и ноль на выходе. И он назначил встречу с одним человеком, а он жил в другом городе. Он приехал туда, начал встречу, он говорит, я не смогу с тобой встретиться. Ему пришлось из этого города улететь, потратить деньги обратно. Он говорит, я только через неделю смогу встретиться. И он опять созвонился через неделю, встретился с ним, с успешным человеком. И он задал вопрос, а где, говорит, ты был? Он говорит, я был все это время в городе. Бэджер говорит, ты что, говорит, с ума сошел? Что ты со мной делаешь? Я туда-обратно деньги потратил, пролетел, да? Он говорит, ты, говорит, извини, говорит, у меня есть принцип в жизни, благодаря которому я поднялся. А принцип простой. Никогда, никому и ничему не позволить нарушить мое расписание на неделю. Вот эти фразы я записал себе прямо на бумаге, я постоянно как мантру стал себе говорить. И каждую неделю, которая начинается, вы себе пишете главные шаги, как я это делаю. Главные шаги, например, мой первый главный шаг – это утром зарядка. И плюс один раз, ну, тяжелая тренировка в зале, например, да, но мне это нравится. Для меня это, ну, чувствует тонус и так далее. Ну, я в данном случае штангой занимаюсь. Принцип номер два. Я себе пишу цифру, которую должен заработать на продаже, как я занимаюсь продажей. Цифру, ежедневная цифра, которую должен заработать, не меньше которой. Третье сейчас у меня прилось в ЛР, да? Это сделать 5-7 презентаций новых в неделю. И вот эти три главные вещи, они все под это начинают подстраиваться. Вы с трех правил не сможете начать сразу соблюдать, начните с одного правила. И эти три правила нужно прогнать не менее 13 недель. Не менее 13 недель. Всего одно правило. Вы не представите, вы напишите два, вы не выдержите. И лучше здесь написать поменьше правил, но выполнить, чем написать много и не выполнить. И вот отсюда начинает формироваться ваша уверенность в себе. То есть вы пишете себе одно небольшое правило. Вот. И начинаете его соблюдать, что бы ни произошло, что бы ни произошло. Что бы ни произошло. Вот. И когда вы выполняете это правило, например, да, ну, лучше там от 30 дней, например, 30 или 90 дней. 90, да. Вот, 90 дней, да. 90 дней только, это только закладка фундамента. После этого можете сорваться, я вас уверяю. Все это было пройдено. Вы пишете про правила там на неделю или на месяц, например, да? Если вы, не дай бог, не выполняете, ваша уверенность падает. Если вы выполняете, ваша уверенность растет в самом себе. Что если вы способны выдержать обещание перед самим собой, вы почувствуете, что вы способны достичь цели более высокой в жизни. Но если вы в малом проигрываете, в маленьком шаге каждый день, вы не сможете построить ничего большого никогда. Потому что ваша уверенность в себе будет падать. И вот в этом суть всей самодисциплины. Это суть, самая суть. И вот я вам скажу, когда я начал вырабатывать привычку делать зарядку, например, да, у меня были такие моменты, то есть я и там и продажи занимаюсь, плюс еще на машине, если есть люди, там бомблю, например, да, бывает там до полночи. Вот, ну, когда это необходимо, например, да, нужно больше денег. И вот я себе поставил задачу сделать зарядку каждый день. Утром лей, встал, но я должен все равно в этот день сделать. Вот у меня был момент, когда я ехал на машине ночью, там отвез клиента, например, 2 часа ночи, но я себе дал обещание, я должен поставить плюс. Я останавливал машину, я уходил на траву, я делал тут зарядку. Если ставил плюс, в этот момент ваша уверенность начинает расти. На следующее утро вы себя заставляете делать уже утром зарядку, понимаете? Но что бы ни произошло, вы должны это сделать. Потом вы наработали первое правило, например, 90 дней прогнали, и вы чувствуете, что в привычку вошло. Добавляйте всего лишь еще одно правило. Тоже на автомате где-то на подсознание будет записано. И вот такими маленькими шагами, если вы не способны
вот точно вы понимаете, что вы 5-7 встреч не сможете сейчас делать в неделю. Каждую неделю делать 5-7 живых встреч. Вы не способны, у вас нет внутреннего стержня еще, вы не уверены в этом. Дайте себе обещание сделать хотя бы 2 встречи, живые, по-настоящему, но сделать по-настоящему. Вот вы дали себе обещание, сделайте сколько угодно звонков, но сядьте за стол и сделайте живые встречи 2. Вот сделайте это месяц, вы не представляете, какая будет уверенность внутри себя. Всего лишь 2, пока вы еще даже не ключевой человек, но уверенность ваша растет. В следующий месяц дайте обещание повторить хотя бы этот результат, или 3 сделать. Вот, но если вы дадите себе там 10 сделать, да, если сразу 10, вы этого не выполните, вы никогда не создадите уверенность, фундамент, внутренний корень, как мы говорили, бамбука вот этого. И вы потихонечку, у вас будет уверенность расти. Вот это там неделя, никогда никому не... Я стал работать каждый месяц. Там было написано на неделю, никогда никому ничему не позволит нарушить мое расписание на неделю. Я стал на 30 дней брать. И каждые 30 дней я добавлял одно правило. Вот. И сейчас, да, я могу сказать, что можете взять на месяц, это сложнее. Начните с 7 дней, с недели. Вот всего лишь 7 дней. Дайте себе обещание там. Вот те вещи, которые у вас не работают, или вы знаете, что вам нужно исправить, вот дайте себе обещание, то, что повлияет. Вот это вообще вот. Вот я считаю, что это вообще самый сильный фундамент создать самого себя. Это самодисциплина. Многие говорят, вырасти как личность, там, развиться и так далее. Но многие не понимают вообще этого понятия, что такое вырасти как личность, развиться. Так вот, главная суть личностного развития – это выполнять обещания, которые даешь самому себе. Вот в этом рост идет. Вот это соль личностного развития. И лучше давать себе начать небольшие обещания, но постоянно. И каждый месяц у вас начинается, разбивается на неделю, и вы это делаете. Тут уже 55 минут. Вот я выписал себе эту фразу «никогда никому ничему». И я ее много лет очень повторял. Я написал ее на руке себе, вот здесь, на запястье. Утром просыпаюсь и пишу себе. И я делал все, чтобы... Когда я себе делал план по продажам, ежедневную цифру, да? Я был готов все. Если у меня не выполнялся план, я оставался вставать в 6 утра, да, и работать до 12 ночи, а есть супермаркет, который работает круглосуточно, я делал все, чтобы выполнить этот план. Но когда если вы способны победить самого себя, вот это есть личный рост, победить себя и сделать это, то тогда Вселенная начинает под вас подстраиваться. Не малейшие ваши желания или какие-то что-то начинает под вас, и результат начинает к вам приходить. То есть вы не должны проиграть самому себе. И это начинать нужно с маленьких обещаний, с небольших обещаний. Вот это вообще суть роста личности, внутренней личности. Это самая суть и соль. Дать обещание себе и сделать его честно перед самим собой. Даже другим, я очень обязательный человек, но чтобы самому себе, это нужно очень много тренироваться на самом деле, очень много. Но это интересный процесс, очень интересный процесс. Вы себе, например, даете обещание, да, быть ключевым человеком в этом месяце, себе. Вот. И вы себе говорите, я там сделал, например, да, хотя бы 15 встреч, я посещу каждую субботу, и я буду на итоговом бизнес-дне, да. Ну, продукт пробуется, всем нравится, всем понятно. И вы начинаете давать обещание. Вы приходите на мероприятие, людей с вами нет. Пофигу. Вы ключевой человек, вы выполнили перед самим собой. И знаете, что происходит? Когда вы выполняете обещание перед самим собой, ваша энергия, энергетика изнутри начинает меняться. Вы себя больше любите, вы себя больше уважаете. У вас внутреннее самоуважение начинает расти. И знаете, что дальше происходит? Вы начинаете людей притягивать такие же на ваш рост уровня личности. Вы теперь понимаете, что такое уровень личности. Вы начинаете притягивать к себе подобных людей. Но если вы сами не дисциплинированы, не выполняете обещания, вы не приходите в субботу на это мероприятие, вы там пропустили, ну и нафиг. Вот, то вы будете подобных людей к себе притягивать, недисциплинированных, ну его нафиг, непонятно каких. Понимаете, они тоже будут. Но когда вы начинаете выполнять обещания, у вас будет течь другая энергия. Вас люди будут по-другому воспринимать, они по-другому будут чувствовать, вы себя будете чувствовать. И к вам будут другие люди уже притягиваться. И даже если у вас нет результата в бизнесе, но вы абсолютно четко выполняете пункты ключевого человека, вы офигенны просто, и к вам даже будут уже притягиваться люди, бизнесмены и так далее, потому что у вас будет течь другая энергия. Вот это и есть закон Вселенной, то есть подобно притягивает подобное. Поэтому здесь и говорят, что пока вы сами не изменитесь, ничего вокруг вас не изменится. А изменение начинается с самодисциплины. Именно самой самодисциплины. Вот это суть роста, ну, личностного роста на самом деле.